Декан факультета физкультуры и реабилитации Ульяновского госуниверситета Владимир Вальцев всю жизнь занимался единоборствами. Он мастер спорта страны по самбо. Но сегодня принял вызов своих студентов сыграть в хоккей в товарищеском матче. Я люблю хоккей. Хоккей с мячом – это вообще мой любимый вид спорта. После борьбы с самбо и дзюдо. Ульяновской традиции проводить хоккейный матч между студентами и их преподавателями уже несколько лет. В этом году поединок состоялся в пятый раз. Есть равняться на что, когда студенты смотрят на свой профессорский преподаватель, что у них есть цели добиваться успехов, ну и, конечно, следить за здоровьем, совершенствовать себя, чтобы добиться этой цели. Действующие студенты и выпускники ульяновских вузов. В студенческой команде собраны лучшие хоккейные силы региона. Кроме того, всех их объединяет то, что они играют за главную команду области – «Волгу». Голкиперы Иван Силантьев и Дмитрий Атаманюк. Полевые игроки Александр Слугин, Андрей Крайнов, Александр Степанов, Эмиль Бихузин и Егор Норкин. Нам тренера сказали, чтобы мы как бы играли, не подавались. Как бы это им интерес будет, и нам тоже. Состав преподавательской команды тоже непрост. Тут и бывшие хоккеисты «Волги», мастера спорта страны, руководители спортивных федераций. Во главе главный тренер хоккейной «Волги» Сергей Горчаков. Он цементирует оборону своей команды и констатирует, ему по душе тренировать умных хоккеистов. Действительно, есть такие ребята, которые ездят с учебниками, с тетрадками и которые проводят свое свободное время, по крайней мере, в поездках мне это время больше видно, за занятиями. Но это, собственно говоря, и радует. Значит, они, ребята, развиваются. Два тайма по 20 минут грязного времени. Матч довольно скоротечный, но голы сыплются один за другим. Как в одни, так и в другие ворота. Несколько раз лидерство в счете переходит от команды к команде. При этом все выкладываются до конца. Сил никто не жалеет. Я периодически двигаюсь. Поэтому то, что я спотел, не говорит о том, что я функционально устал. Я готов еще был играть. 9-7 в пользу преподавателей. Правда, ни победителей, ни проигравших в этом поединке не было, уверяют участники хоккейных баталий. Этот матч из той серии, когда итоговый счет только для статистиков. Михаил Саршанский, Управда ТВ.